прямое послание, которое фактически я получил во время уединения несколько дней назад. Бог так устроил, что я захотел иметь особенное уединение. Но это уединение не получилось так, как я захотел, как я планировал. Поэтому к моему уединению присоединили несколько братьев, с которыми я сам договорился. Разговаривать с вами не буду. У меня есть комната наверху. Реально, комната наверху. Я там нахожусь с видом на лиман. Поэтому мое уединение будет очень простым. Четверга по пятницу, по эрев шаббат, у меня было уединение. Это было особенное уединение, когда я читал Писание, молился, когда рассуждал над многими вещами, которые проходят в общине. Несколько ситуаций я промаливал. Вы знаете, весь фокус Господь поставил мне на место Писания, как последние главы Матфея. Эти главы очень сильно пересеклись с тем, что один из наших братьев просматривал фильм об Иисусе Ишу, последняя их версия по BBC, или кто-то еще делал Библию. Фокус был уединение Ишуа. Центр того, что мы, переживаем, кто мы такие. И удивительно, что я читал те места, когда как раз вот попал. У меня несколько минут был с братьями, смотрел этот момент, где Иешуа говорил о вере. И вот как раз последние главы о вере, о состоянии человека. И как раз фильм. Я понял, что Господь хочет говорить о вере. А я сразу подумал, на что похожа вера? Внутренне я понимаю, как она воспринимается, что такое вера внутри нас, какое состояние мы имеем внутри, но внешне, как выражается вера внешне? Это глаза, наполненные молнией, знаете, как встречаешься с людьми, такие полные верой, да? Или палец указательный, там, знаете, таким тыкающий тебе прямо в грудь и сказать, так говорит Господь. Или каким-то еще особенным проявлением, знаете, вот интонации голоса, с шипящими словами. О, пошел. Или же что-то другое. Или какая-то особенная походка, знаете, людей. Вот что-то у него происходит. О, это вера пошла уже у него. Что такое вера? Молясь, я почувствовал, что вера – это некий нелепо смешное состояние надежды на Бога. Ответ очень был простой. Я когда молился, понимаю, что такое вера – это некое состояние, нелепо смешное проявление надежды на Бога. Что я имею в виду? Представьте себе, о том, о чем иногда Бог хочет вас просит, чтобы вы сделали. И чтобы это сделать, нужна вера. Но это всего лишь первый шаг, потому что мы не знаем, что дальше будет. И мы, какое состояние у нас иногда глупое о том, что дальше будет. Но вера – это не только внутреннее понимание, что Бог от тебя хочет, это и внешнее проявление, которая часто всего звучит смешно и глупо. Я хочу зачитать вам историю Елисея. Елисей был хорошим учеником Илии. Он был хорошим пророком. Даже можно сказать, он, получив двойное помазание от Бога, он также имел и хорошее приключение с этим всем. Намного больше, чем его учитель. Я читаю из Танаха, Млахим, 3 Царств, 19 глава, с 19 по 21 стих. Я буду читать именно вот перевод с Танаха, хотя он очень близко к синодальному переводу, но там есть некоторые вещи такие интересные. «И пошел он оттуда», то есть Илья, «и нашел Елисея, Ильяшу,
сына Шафана, когда тот пахал 12 парами волов перед ним. А сам он, придя при 12-й, то есть находился при 12-й паре, пришел Илияху мимо него и бросил на него плащ свой. И оставил он Елиша, то есть Елисей, волов побежал за Илияху и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он же сказал ему: «Иди, воротись, ибо что сделал я тебе?» Воротившись он от него, взял он пару волов, зарезал их, и на снаряжение волов сварил мясо и раздал его людям. И они поели, а сам встал и пошел за Илияху и стал служить ему. Я назвал это «Странная вера Елисея». Я хочу, чтобы вы понимали этот момент очень важным, потому что всегда вера, она будет странная, смешная, глупая, нелепая. Вера, которая движет нами в действии. Вера необходима для нас, чтобы мы исполнили волю Божью. Но я хочу сказать вам несколько вещей. Какую нелогическую веру имел Илияху, Елисей? Первое. Нелепая вера, она всегда слепа, чтобы понять, что от тебя ожидает Бог. Нелепая вера, то есть то, что ты делаешь, иногда она заставляет, она как бы, ты не должен понять всей полноты для того, чтобы быть послушным. Потому что вера требует послушания. Вера от Бога, который приходит тебе, то, что ты веришь, что Бог тебя призывает к чему, ты даже должен отвечать быстро, мгновенно. Вот такая вера на ответ очень как бы слепа. Слепа в том, что мы не знаем, что Бог от нас ожидает. Я думаю, что это правильно. Другими словами, я должен быть готов сказать «да» всегда, когда Бог призывает меня сделать нечто. Она не видит конечного результата. Иногда нам не видно, куда мы идем и что мы делаем. Я хочу, чтобы вы понимали. Многие из вас пытаются сделать в своей жизни карьеру бизнесменов, кто-то учителей, кто-то может быть адвокатов, юристов, кто-то может водителем, либо служителем. Послушайте, призыв Бога к какому-то действию, он идет мгновенно. Ты понимаешь, что Бог от тебя этого требует, но результат, который ты будешь иметь там, иногда он невидимый. Но это нужно сделать. Это иногда и нелепо, глупо выглядит, потому что мы не знаем конца. Сама идея этой веры заключается в том, что мы должны иметь отношение к Богу. И Илияху, то есть Елисей, он делает нечто, что не гарантирует ему абсолютно ничего. Абсолютно ничего ему не гарантирует. Все, что он хотел, это стать слугою у пророка. Хотя понятно, что-то что происходит. Может быть, сам Илья не понимал о том, что он делал. Представьте себе картину. Человек, который пашет поле 12 парами волов. Этот механизм, я не знаю, сколько длины будет. Какая длина вала? 4 метра, 3 метра длина. Я не знаю. Это 12. Представьте себе, какая махина. Какой нужен был плуг для того, чтобы тянуть это все дело? Какое нужно было мастерство иметь, чтобы управлять хотя бы одной упряжкой валов? Не говоря о 12. Это говорит о том, что Елисей имел способность и умение. Он был профессионал в своем деле. Наверное, с раннего детства. И чаще всего на фермах или люди, которые у поля, они с раннего детства учатся управлять валами, сжать, собирать, молоть пшеницу. Все, что они умели делать с детства.
И суть здесь очень важна, что каждый день своей жизни он видел одно и то же. Работа, поле. Каждый из нас это имеет. Это представьте себе, что видел Елисей, ну, может, в протяжении последних нескольких лет, когда он пахал поле. Извините за выражение, зад этого вала. Да, так, а что ж вы думаете? Что еще можно видеть? Представьте себе, что этот волн что-то не то съел по дороге. И все остальное, это прообраз того, что мы иногда с вами переживаем в нашей жизни. Мы иногда тянем эту лямку жизни, и, знаете, и сюрпризы представляют нам жизнь. Эти сюрпризы иногда приятны, иногда нет. Приятно то, что нас ждет впереди, что мы что-то от этого будем иметь, нашего бизнеса, мы учителя, либо мы юристы, адвокаты, либо обыкновенные клерки в офисе. Но слушайте, сегодня Бог хочет показать нам веру, которая нелепая. Нелепая вера Елисея была настолько удивительна, что Илья не понимал того, что он делает. Может быть, Елисей вспотел так сильно, что Илья, проходя мимо, думает, жалко парня. Дам ему полотенце, то есть бросил на него милость свою. Может, ему сильно жарко было ему. И пошел дальше. Но когда-то произошло, Елисей понял, что Бог проговорил к нему. Илья не понимал этого. Почему я говорю это? Потому что дальше написано, смотрите, со второго стиха, второй половины 19 стиха. Илья, проходя мимо, бросил на него милость свою и оставил Елисей волов, побежал к Илье и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, я пойду за тобою». Он сказал ему, «Иди, то есть, и вернись, иди». Вернись. В русском языке пойди и вернись. То есть, как бы, пойди сделай и вернись. А на иврите, почему я начал читать, говорит, пойди, вернись обратно. Что я тебе такого сделал? Что я тебе сделал? Когда Бог прикасается к нашей жизни, когда мы знаем четко делать то, что иногда невидимое становится для нас явью, мы должны действовать, сказать «да». Для многих бизнесменов был такой же самый шанс. И в свое время кажущееся непонятное состояние, что этот бизнес может принести, но Бог говорит «делай, сейчас, делай». Для многих из вас это было реальностью. Для многих из вас было, когда вы, может быть, почувствовали себя в плохом состоянии, в состоянии греха, зависимости. В один момент Бог прикоснулся и говорит, остановись! Это твой призыв. И знаете, иногда пророки или служители не слышат, что Бог так действует. А тому человеку, которого Бог прикасается, он знает, что делать. Елисей бросает все и говорит, я пойду, только поцелую маму, скажу до свидания навсегда. Он говорит, подожди, что я тебе сделал? Елисей даже не объяснял. Лично я понимаю, что Бог зачастую не дает нам полной картины. По одной причине. По причине надежды на Него. Если бы мы знали бы всю картину нашего призвания, нам не было бы на что надеяться. Нам не было бы за что бороться. Нам не было бы чему прилагать усилия. Мы бы четко понимали, что Бог сказал, мы знаем, что это исполнится. Зачем за это бороться? Но Рав Шаул пишет первое послание к Коринфянам, 13 глава, 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенчество».
Вы скажете, а к чему это? Посмотрите дальше стих. Вот что говорит следующий стих. Говорит, муж, который уже стал мужем, оставил младенчество, оставил начатки, он уже стал взрослым, верив в Бога. Он говорит, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Вы скажете, подожди секунду, я же должен иметь полное откровение, иметь полный план моей жизни на 5 лет вперед, и служение, и все остальное. Друзья, в современном мире каждые несколько месяцев меняются технологии компьютера, технологии телевидения, общей жизни. Поэтому на 5 лет спланировать уже невозможно ничего. На год уже пытаешься планировать, и ты понимаешь, что невозможно. А это означает то, что я должен быть способным меняться в тот момент, когда Бог хочет этого. Быть способным меняться. И смотрите, Павел говорит, когда я же вырос, когда оставил свое детство, когда я уже вырос, Господи, и вдруг я понимаю, что я вижу будущее, как через стекло гадательное. Оно для меня не ясно. Я знаю, куда я иду, но что меня ожидает там, я не знаю. Только надежда на Бога. Это правильно всегда понимать, что только при твоем духовном росте ты сможешь какой-то частью или даже преобразовывать то, что Бог тебе говорит, и то на какой-то, знаете, неопределенное состояние. Ты знаешь, что тебя хоть хочет, но не знаешь, что происходит с тобой. Сегодня ты можешь иметь эту возможность прыгнуть прямо в божественное призвание твое. Либо оставить. Например, помните Петра? Который по приказу Иешуа, то есть встал в воду. Он, видя Иешуа, проходящего мимо, он говорит, слушай, позволь мне, прикажи, я пойду. В этот момент Иешуа говорит, иди. И он не думал о последствиях, которые его ожидают. Он не думал о том, что может произвести вот это действие. Он пошел. Но потом посмотрел и усомнился. Посмотрите, какой контраст. Нелепая вера. Что переживали те ученики, которые видели и Петра, перелазившего через борт корабля? Что они думали? Наверное, Фома сказал, когда уже Петр тонул, говорит, я так и думал. Я так и знал. Но услышьте меня, пожалуйста. Нелепая вера, иногда мы говорим нелепая, но на самом деле это вера, которая от Бога заставляет тебя действовать мгновенно. Действовать сейчас, в это время, когда Бог от тебя что-то требует. Даже когда пророк не знал об этом. Сегодня для вас Бог может использовать простые слова. Слова, которые вам так нужны. Такие слова, как «иди», «действуй». Для многих из вас, может быть, те, которые играет с огнем, то есть с грехом, Бог может сказать, стоять, остановись на пути своем. Простые слова. Начинай. Ты в раздумье делать это дело, не делать это дело, садить, копать, вкладывать деньги в новый бизнес. Бог говорит, начинай, но я не знаю, как оно закончится. Я говорю, начинай. Услышьте меня очень правильно. У Бога есть некоторые действия, которые Он хочет произвести в нас, не давая нам полной надежды, именно вот картины, которые у Него есть, но дать нам надежду на Него.
Поэтому я говорю, что иногда нелепая вера слепа на то, что нас ожидает, но действует мгновенно, потому что это вера. Второе, нелепая вера не держится за успех. И Бог использует больше те, которые не держатся за свое добро, за то, что ему дорого, за то, чем мы дорожим. Чаще всего в жизни людей происходят великие дела только для тех, которые не держатся за то, что им дорого. Что я имею в виду? Смотрите внимательно, 21 стих. «Он, отойдя от него, взял пару волов, заколол их, зажжевший плуг волов и жарил мясо их, раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильею и стал служить ему». Это самое нелепое. От и до. Вы говорите, в чем? Я логически думаю. Ну хорошо, Бог тебя призвал. У тебя хорошее есть время повеселиться, как помните возвращение блудного сына, который вернулся, и отец его заколол быка. Дал людям, пускай кушает, все, как бы праздник. Может быть, нужно было сделать праздник, потому что ты прощаешься с мамой, с папой, уходишь на служение в неизведанную страну, будешь служить пророку. Может быть, самое великое радостное состояние, давайте сделаем барбекю, либо этот самый шашлык, накормим людей голодных. Ну, понятно, ты жарил этих волов. Но вопрос такой, зачем плуг сжигать? Логика. Зачем плуг сжигать? Как будто там не было деревьев, нарубить нормально же. Можно было бы это все спокойно спрятать, так, на всякий случай. Логика здесь очень остра и, может быть, прямолинейна. Елисей делает это решение, не имея одобрения пророка следовать за ним. Услышьте меня внимательно. Но имея от Бога откровение, он делает то, что не подлежит никакой логике. Чтобы у меня не было плана Б. Если я решаюсь следовать за тем, что Бог мне сказал, у меня не должно быть плана Б. Знаете, я смотрю на свою жизнь, я понимаю, что много в жизни моей Бог делал таким образом. Я не видел, к чему, я знал, к чему Бог призывает, но не видел полной картины, что я буду делать там или в другом месте. Но когда Бог сделал призыв, я делал, следовал за Ним, потому что Он меня призвал. И мне приходилось промаливать, ну, через трудности проходить, через иногда не хочу, но идти к той цели, которую Бог меня ведет. Я дам вам один прекрасный пример. Я много раз это говорил. У нас, когда мы эмигрировали, была прекрасная жизнь. У меня был свой бизнес. Я зарабатывал $700 в день. Это такой хороший, это такой наличкой, можно было сказать, так вот. Планировал расширять бизнес. Моя жена закончила колледж модельное искусство, так, фэшн, да. Ей предложили даже письмо о том, чтобы стать частью компании Gap, быть одним из дизайнеров. И во время выпускного вечера в ее колледже, когда ее награждали всеми наградами, кто есть кто в американских колледжах, золотой медалью лучшего дизайнера года. И в этот вечер наши друзья, общаясь с нами, сказали, у нас есть возможность уехать в Одессу, начать еврейский библейский институт. Хотели бы вы присоединиться?
Да? В тот же день, в тот же вечер мы вдвоем сказали «да». Мы все распродали. Я вам говорю, все буквально, что у нас было. Бизнес, машины, лимузины, карьеру, которую мы додумали, оставили все и сказали, мы поедем. Куда мы ехали? Мы даже не понимали. Что делать конкретно? Абсолютно не понимали. Когда многие служители Украины узнавали, что мы делали, они говорят, вы с ума сходили и сошли. Люди хотят уехать в Америку, хотят иметь там хорошую жизнь и так далее. Куда вы приехали? Наши дети заболели, переболели. Мы бы жили в маяках, минус 28 на улице, и вода замерзшая в кранах, воды нету, под двумя или тремя одеялами спим. Все трясет. И думаем, куда? Знаете, смотрели «Доктор Живаго»? Смотрели, да? Нет? Ну, классика такая. Сибирь. Выходишь в маяк, как в этом, где мы проводим ретриты сейчас, в лагере, и там снега аж по окна такие, под второй этаж, так холодина. Все, и занавески мы прикладывали, одеяло на окна, так двигались. Вопрос, куда? Мы сказали «да», и оно сразу так туда, куда не хотелось бы. Я хочу, чтобы вы услышали, вера, она нелепая, потому что люди смотрят, куда, зачем, сумасшедшие люди, что происходит. Для нас это был шаг веры. Но многие бы скажут, Ребе, мне спрашивали, у вас там дом есть? Я говорю, нет. Ну хотя бы квартира есть? Нет. Машина, наверное, точно есть? Я говорю, и машины нет. А что у вас там есть? И я понимаю, что сказать ничего нету, люди не поверят, ну не поверит никто. Я говорю, дети есть. Я не там. Шаг нелепый. Но я, знаете, насколько благодарен Богу за это, насколько я счастлив в том, что этот шаг можно было сделать. И у каждого из вас этот шаг есть. Шаг, который сделал Элияху. Сегодня Бог призывает каждого из нас сделать этот шаг, нелепый шаг веры, чтобы последовать за Божьим призванием. Можно было бы оставить лимузины в гараже? Можно? Как Петр сказал, пойдем ловить рыбу. Елисей не оставил второго шанса себе. Надежды вернуться обратно. Я встречался с человеком, который любит Господа очень сильно. Его семья вся служит Богу. И знаете, какое-то время назад я заметил, что эти люди не так часто стали посещать общину, когда начинался май по сентябрь месяц примерно. Не так сильно участвующие. И однажды этому человеку ребенок сказал, пап, а что мы так сильно любим Бога с сентября по май? А потом, что у Бога отпуск, как у нас? Этот человек говорит, я понял, что своим вот этим нелепым состоянием посмотреть общину онлайн, да, вот в интернете и все остальное, не прийти, потом сказать, отпуск, весна, дача, море, как хорошо, все, я верующий человек, позволяет моему сыну сомневаться о том, что Богу мы посвятили всю свою жизнь. Говорит, я сжег этот плуг, я порвал с этим состоянием, потому что я не был
хорошим примером для своего сына. Услышьте меня, пожалуйста. Сегодня многие люди борются с чем-то внутри себя. Разговаривал с молодым человеком, который долгое время с ним проводил консультирование. Он боролся, как и многие люди борются сегодня, мужчины, с порнографией. Он там кодировал свои компьютеры, все остальное. Потом появился iPhone, да, такая штука, еще и это самое 3G, этот весь интернет и все остальное. И как бы он ни покинул, везде на себя идет этот путь, что посмотреть, там какие-то там еще вещи. И знаете, одну вещь пришлось ему говорить такую: ну слушай, ну даже 200 лет назад у людей же этого не было. Ну как-то выживали без телефона. Он говорит: ну мне нужен телефон для бизнеса, для работы. Я говорю: ты что говоришь? Что именно такой телефон тебе нужен? Да, потому что здесь все информация, здесь все нужно в интернете, все остальное, все в интернете. Я говорю: каким нужно быть глупцом? Я говорю: без этого обходились и были успешны. В 90-е годы с чемоданами ходили, телефоны, помните, да? И были успешны. И вдруг у него лампочка такая, принк. Он берется с его размаху, как об асфальт этот телефон, бабах. Ходит сегодня с Nokia. Не круто, но безопасно. Что сегодня держит тебя? Какой плуг ты должен с собой сегодня сжечь? Какая пристрасть у тебя есть, которая тянет тебя этим плугом назад? Что ты оставил? Да, ты сделал жертву Господу, ты посвятил свою жизнь, но плуг, который тянет обратно тебя. Может быть, это не божественные отношения с противоположным полом, который Бог говорит тебе сегодня: оставь, они не нужны, они тебя только тянут назад. В твоем призвании эти отношения тянут тебя абсолютно назад и не дают тебе высвободиться к тому, к чему тебя Бог призывает. Если вы поймете, о чем сегодня говорю, я не просто говорю о вере, сумасшедшей вере, чтобы что-то сделать такое, знаете, там крутить, вертеть, там пророчествовать. Я говорю о простых, насущных вещах нашей жизни. Заметьте, Елисей не мечтал быть пророком. На него бросили просто милость. И он понял: вау, я должен быть слугою. А потом Бог его избрал. По его усердию, по его настойчивости. Бог его избирает, он получает двойное помазание. И вещи происходящие, нелепые происходящие вещи с Елисеем позволили ему быть одним из самых интересных пророков Ветхого Завета. Хочешь ли ты быть использованным Богом? Ишуа бросил свою милость тебе сегодня. А может, это было 10 лет назад. И ты понял, что тебе нужно следовать за Ним. И ты его спрашиваешь: подожди, дай мне похоронить своих родителей, или так еще что-то сделать. А он говорит: подожди, что для тебя сделал? Это твое решение. Что он для тебя сделал? Это твое решение тому, чтобы он призвал тебя. И к чему? Ты, может быть, сделал жертву, но никогда не сжег свой плуг, свой грех, который влечет тебя обратно, твоя пристрасть, которая тебя влечет обратно, твои мечты, которые влекут тебя обратно, твое состояние, а вот как бы спрятать что-то, вот когда-то, может быть, пригодится. Это называется ненадежный человек для Царства Божьего.
Я говорю сегодня и обращаюсь к тем, кто, может быть, оставил за собой право каким-то образом поменять свою жизнь. Поменять свою жизнь. А вдруг не получится? Сегодня мы будем молиться к Богу простыми вещами. Если у тебя остались страхи, сомнения, зависимость, тревоги, разочарование, сегодня Бог призывает тебя сжечь этот плуг. Если это не Божьи отношения, противоположным полом, это мешает твоему призыву к Богу. Молодежь, взрослые люди, обращаюсь, оставьте глупое дело. За все же потом нужно будет расплачиваться. Сегодня идет призыв. Ты, может быть, не понимать всего всей ответственности, всей картины, которую Бог хочет для тебя. Но послушаться Его надо сейчас, сегодня. Чтобы шагнуть свое предназначение, тебе надо будет отказаться от того, за то, что ты так сильно держишься. За то, что для тебя сильно-сильно дорого. К чему прилепилось твое сердце. И что бы это ни было, сегодня это время. Я хотел бы, чтобы спели еще раз ту песню, которой мы заканчивали прославление. Потому что там есть сильные-сильные слова, которые касаются тебя и меня. Я верю в это, что для нас это не очень большая необходимость. Я также обращаюсь к тем, кто смотрит нас по интернету. И если это тоже касается вас, относительно вашего состояния, это то, что вы держитесь, вы хотите быть использованы Богом, но услышьте, сегодня нужно сделать это решение. Решение следовать за Богом. Оставить все то, что держит тебя сзади, от того, что приготовил для тебя Бог. И этот простой призыв, я верю, касается каждого из вас. Он касается меня, потому что я до сих пор еще полноты своего призвания я не вижу. Я вижу, к чему Бог меня призвал, но чем оно закончится, какой путь этот? Для меня всегда, я считаю, что он удивительный. И я бы хотел прожить свою жизнь так, чтобы была всегда надежда на Бога, даже если это трудно, даже если приходится ломаться. Даже если приходится плакать, рыдать, но мне нравится надежда на Бога. Потому что только Он может дать этот покой, это состояние веры, что то, что Он начал, Он обязательно закончит. С моей стороны я должен был оставить план Б, каким бы он ни был. И это предлагаю сегодня сделать вам.